Так хорошо было, так было хорошо, но когда же не пою? Я, твою мать, это просто жопа. Это срака срачная. Сука, не дырок там буду делать. Привет всем, друзья. Не смущайтесь, там посторонние здесь звуки могут быть. Сейчас идет, короче. Мы осваиваем новое пространство. И даже сейчас ставится видеонаблюдение. И вот слышны рабочие моменты. Сейчас мы это перетерпим с вами. И продолжим. Еще раз всем здрасте. Надеюсь, там в промежутках между перфоратором я успел с вами поздороваться, друзья, и объяснить, где мы находимся. Да, я сказал, что у нас тут огромный сад с яблоками. И классика сюжета. Осень. Нужно снимать натюрморты. Кто сказал, что нужно? Нам нужно. Тем более мы преследуем две цели. Мы учимся монтировать кино с одним товарищем моим. С другой стороны, нам интересно вообще проходить композицию кадра. Это неизбежно, если вы что-то монтируете, вы должны понимать, что с чем клеится, что с чем не клеится. Ну, в общем, вы поняли. Речь пойдет о том, о чем мы когда-то с вами где-то полгода назад снимал я у себя в сарае, еще ранней весной, а сейчас уже осень. И вот наш натюрморт, который мы благополучно здесь выложили и выстроили достаточно простую световую схему. Поэтому давайте перейдем сразу к делу и посмотрим, что у нас с вами может получиться, если у вас вокруг вас какие-то доски, ящики, потому что здесь, ну вот, что было под руками, тем я и решил воспользоваться. Давайте я вам кое-что здесь покажу более близко. Как всегда, по традиции. Так, я вас немножко пошатаю, ничего страшного, вы у меня привыкшие товарищи. Света тут немного, но я думаю, что вам хватит. Итак, наш, собственно, яблочный натюрморт вперемешку с нашими, ну, я там насобирал этих самых, айвы чуток. Дальше я нашел тут великолепную штуку под названием вот такая терка, больше ничего винтажного не нашлось. Здесь подставлена простая фанера, которая гнила на земле буквально. Какие-то травинки валялись в доме. Я нашел также вот такой вот ящичек. Вот этот ящик, который фруктовый, вернее, часть его под помидоры он был. Для того, чтобы, как всегда, вы понимаете, нам нужен светотеневой рисунок. И через него организована вспышечка, которая бьет через эти щели. А эти щели дают некий такой у нас рисунок. Ну и чтобы мягкий был свет, вернее, теплый свет, я подставил сюда желатиновый фильтрик. Наш отражатель, мы им воспользуемся чуть позже, возможно, возможно, нет. Ну и еще одна вспышка, можно любую из них. Одел наш горшок, который у нас самодельный, из попкорна, для того, чтобы подсекать свет. И воспользовался тем, что у нас есть тут с вами, вот всем, кстати, привет, вот я красиво перед вами стою. Воспользовался отражающей поверхностью стены угла комнаты для того, чтобы вспышка бьет в белый свет, отражающий чуть-чуть высвечивал нам общую композицию. Ну, как всегда, по традиции мы будем с вами как снимать, вы понимаете, да? Я буду поочередно включать светильник, соответственно, левый, потом правый. И потом посмотрим, можно ли улучшить свет при помощи нашего отражателя. Давайте вперед, попробуем, как это у нас все будет с вами происходить и работать. Сейчас, значит, мы сделаем что? Мы выключаем с вами левый свет, ну, правый вернее. Для меня правый, для вас, может, левый. И мы работаем сейчас только на вот этой вспышке, которая с правой стороны. Посмотрим, какой мы светотеневой рисунок получим. Сейчас я даже тут не борюсь за компоновку кадра. Вот, допустим, я делаю кадр. Короче, смотрите, вот вы получили этот кадр. Вот мы видим, да, то есть мы срезали все. Напомню, что там стоит сейчас мощность у меня на группе А, 1/8 всего лишь. Ну и теперь мы просто включаем правую вспышечку. Это ведро, а тут никаких ни сот у меня нет, ничего. То есть тут просто стоит простая... Здесь у нас на этой вспышке правой 1/32 выставлена. И вот с двумя уже вспышками мы посмотрим на наш рисунок. Конечно, я не снимаю с этого, со штатива, да?
Поэтому они будут немножко разные по кадрировке. Вот получаем наш рисуночек уже, согласитесь, более приятный, да? Конечно, в идеале вы знаете, что надо иметь HDMI, надо иметь большой монитор, который у нас, кстати, есть, но я сегодня забыл просто переходничок. Но вот в этом конкретном рисунке, который у нас получается, есть, конечно, провалы композиционные. Мне вот здесь не нравится пустота, например. Сейчас тут все валится у меня. Мне не нравится здесь, что у меня, ну, как бы есть дырка, да? Эту дырку хотелось бы чем-то закрыть. Я вот попробую каким-то яблочком закрыть это, чтобы тут было какое-то светлое пятнышко. И, может быть, я его чуть-чуть вот эту перемещу сюда, которая, естественно, не хочет никаким боком держаться. Ну, вот так вот. И я фотографирую, допустим, уже при, ну, установленном свете. Получаем еще один кадр с вами. По-хорошему здесь должен быть скотч, по-хорошему здесь должны быть скрепки, булавки, чтобы фиксировать вот эти все элементы, которые... Ну, ни в какую не хотят держаться. Делаем еще один кадр. Ну, вот он получается какой-то кадр. Мне не нравится, что здесь все... оно сильно навязчивое. И я хочу, чтобы все-таки оно... Ай-яй-яй! Ну, это все бывает. Ха-ха-ха. Это хорошо, что происходит так. Так, это... Знаете, когда что-то падает, я не сопротивляюсь. Иногда природа, Господь Бог... делает лучшую композицию, чем человек. Поэтому вот упала, и слава Богу, пусть себе упала. Единственное, что я поправлю все-таки свой светотеневой рисунок этим ящиком и свой светофильтрик ставлю на место, потому что все-таки он мне очень нравится своим вот этим, ну, теплым светом. И я сейчас попробую вот так вот сделать, как оно упало. Вот так вот. Единственное, что мне не нравится, нарочито брошенный этот. Сам по себе стебелек хороший, но этот мак, он здесь лишний. Вот так я его брошу сюда. А стебелек бы как бы закрепить бы, если бы. Ну, нечем. Ну, о! И быстро снимаем, пока не началось. Быстро снимаем. Вот так вот. Раз. Здесь, конечно, свет не так, как я хотел. Вот так вот. Два. Вот так вот. Два. Вот. Вот хороший кадр. Этот мне нравится, мне не нравится. Единственное, что, опять же, этот дурацкий стебелек. Поэтому я его просто вот так ставлю. Пробую еще так. Тоже не нравится. Поэтому второй стебелек до пары сюда. Они просто грязные. Ну, не хотят они держаться так, как я хочу, чтобы они держались. О, вот так я попробую. Вот так. Вот так мне, наверное, будет. Вот. Начинает что-то получаться, то, что мне начинает нравиться. И свет, и композиция, и антураж. Вот так, и вот так. Хороши вспышки чем, Godox? Они быстро перезаряжаются. Правильно. И здесь просится вообще-то компоновка кадра квадратная. И мы ее сделаем, когда окончательно будем... Я сделаю кадр с запасом чуть-чуть. Не бойтесь делать мелкие масштабы, потому что тогда легче формировать. Ну, собственно говоря, вы видите, что у нас получается. Есть чего выбрать. И единственное, что, чего тут, ну, как я вижу, по маленькому монитору не хватает. Конечно, это, ну, я сейчас застелю вам все тут, скажем. Мне не, если бы у меня был человек, если бы у меня был, я бы попросил его... подержать просто отражатель, серебристый причем, который чуть-чуть даст подсветку фронту всей композиции. Либо в идеале ставится третья вспышка, она у меня есть и зонтик наш самопальный, но я не хочу это все городить здесь. Я вот просто ставлю максимально, приближаю отражатель к общей композиции, это не дает мне таких, ну скажем, степеней свободы двигать камерой, и внутри этого пространства, скомпоновав композицию неистовыми движениями руки, я постараюсь сделать кадр, который будет шедевр. Вот все, шедевр есть у нас. Я считаю, у нас с вами получился уже шедевр. А единственное, что хотелось бы, конечно, чуть-чуть эту композицию размыть, она, на мой взгляд, сильно плотная.
А этот отражатель дает нам очень хорошие, как вы видите, света впереди, которых не было. То есть он выбивает вот эти заведомо очень темные области, которые вот там находятся, внутри. За счет вот этого отражения мы получаем, потому что частично от стенки отражается. Мне бы хотелось раскинуть эту композицию, вот чуть ее растянуть. Вот, ну, где-то. Ну, давайте попробуем, в конце концов, мы же художники. Вот, теперь упал мой этот самый красивый, типа случайно упавший колосок, который давал мне такой хороший кант, ну, как бы опоясывал мне дугу композиции. Это падла, ну, никаким боком она не хочет держаться, зараза. Я ее все равно хочу туда впиндюрить. Ой, господи. Снимаем, пока он не передумал. Все, вот эта вот растянутость композиции появилась. Вот. Ну, вы видите. Ну, я не то чтобы доволен. Я на всякий случай делаю больше воздуха для того, чтобы потом скомпоновать. И последнее завершение я делаю нашими простыми. Вот, ставлю отражатель на старом штативчике. И пробую отсюда все это дело уже на хороших миллиметрах 70 запечатлеть. Почему мы не боимся с вами смаза? Правильно. Потому что у нас с вами работает на коротком импульсе вспышки. Вот это 1,32, там 1,8. И, собственно говоря, я считаю, вот буквально еще один кадр, тут очень неудобно одной рукой это все, но пару кадров вот так, все. Я считаю, вот наш с вами финальный кадр, вот так покажу. Короче, на сей оптимистической ноте я всем говорю до свидания, пока. Снимайте натюрморты. Это единственное упражнение, которое вас быстренько вводит в тонус по композициям. Пока, ребята, до новых встреч на новых просторах и на новых локациях.